Всем приветик! И сегодня ко мне пришла вот такая вот маленькая компактная посылочка в форме цилиндрика. И что же тут? Давайте посмотрим. Тут написано «Хрупкое». Какие ваши догадки? Ну, давайте приступим. Хочу смотреть, что же мне там положили. Потому что фотографии одно. Вот оно на самом деле совершенно другое. Чик. Чик и шо? И что? Ничего не выйдет. Так, запаковали в агроволокно. Так, потом степлер. Сейчас. Ой, сколько скобочек тут, сколько всего. Ну как? Такой вот подросточек. Это сорт, я заказывала, черная птичка называется, она ароматная. Это уже не детка, это уже подросток, и она будет цвести в этом году. Я обязательно вам покажу, если она зацветет. Ее сестричка уже зацвела с цветоносом, но я не успела ее купить. Вот и мне захотелось такую себе штучку приобрести. Да, хочу штучку. Штучку, да, такую вот штучку. В общем, черная птичка. Сейчас я ее разгляжу, что дальше. Вот тут грунт зафиксировали. Чтобы ничего не упадало. Пусть туалетная бумага, но все равно. Вот. Корни тут хорошие. Их много. Это такой вот небольшой. Здесь пожелтелый листик. Пожелтевший. Я думаю, что я его удалю. Пересадки вроде бы она не нуждается. Есть дырочки, как я люблю, по всему стаканчику. И чтобы не застаивалась влага. Вот такая орхидейка, подросточек, черная птичка. Буду ждать от нее цветочков. Да, кстати, вставлю вам, как она цветет, картинку. И кому понравилась эта орхидейка и кому понравилось вообще, нравятся темные цветы в орхидее, ставьте лайки. Рекомендуйте мне какие-нибудь другие сорта. Может, мне еще что-нибудь понравится. Так что да, всем пока, до новых встреч. Хочу показать, как я удаляю листики. Вот я вам прямо сейчас и покажу. То есть я не буду это откладывать, этот листик потерял свою плотность. Листики хорошие. Ну давай, удаляй. Смотрите, как я делаю. Легко и просто. То есть я листик беру пополам. Вот он дальше идет, идет. Его очень легко. Раз. С этой стороны. Я думаю, что она на подоконнику валяется. Все, я полностью удалила листик. Вот он. Очень легко. Видите? То есть я взяла напополам его и раз. И это безболезненно для орхидейки. И все у нас.